ожидаю, что, конечно же, больших побед от ЦСКА и, конечно же, проигрыш других команд, противников, и, конечно же, выход Милутинова и Жан-Шарля в этом сезоне. Ну, вообще, прошлая игра, последняя игра с «Зенитом», да, в прошлом сезоне, конечно, оставила осадок, вот, поэтому это в сердце здесь. Поэтому очень ждем, что в этом году снова будет суперфинал, и ЦСКА в этот раз победит. Сезон мы проиграли в 7-м матче, но в этом году надо брать чемпионство, однозначно. Состав не тот, и «Уникс» силен, остался тот же коллектив, и «Зенит». Я думаю, есть с кем побороться. Ну, это юбилейный сезон, поэтому только победа. Тяжелая ситуация вообще у всех команд. ВТБ состав полностью поменялся, поэтому пока что еще ничего не ясно. Команда ЦСКА Москва. Надеюсь, и нам очень хочется, чтобы с каждой игрой вас становилось все больше и больше на трибунах, и вас было слышно как можно громче. Для нас это очень важно. У нас новая команда, новый коллектив, новый сезон. Мы идем за победой. Поэтому ждем от вас хорошей, максимально громкой поддержки. А мы будем, в свою очередь, дарить вас... Вам красивую игру и победы. Спасибо вам большое. И мне бы очень хотелось, чтобы этот сезон мы с вами прошли вместе. Были вместе и в хорошие моменты, были вместе какие-то сложные минуты. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку и, повторю, хотим, чтобы между командой, клубом и вами не было никаких границ. Со своей стороны постараемся все для этого сделать. Поэтому желаю нам с вами удачи. Взяли у Алексея Шведа и у Никиты Курбанова. Это майки старших братьев, которые в данный момент на тренировке в ЦСКА находятся, а ушли с игры, потому что тренировка. А нам дали задание взять автографы и на постерах, и на майках, и принести отчитаться.